Приехали в лес. Глиняный подъем. Специально делаем сложности, типа диагонального вешания. Первый тест. Дастер. 1,6. Есть спишка. Потихонечку. Раз ямка, два ямка. Так, прям по диагонали, да? Да, диагонали. Угадали? Угадали. Угадали еще как. Раз. Показываю трассу. То есть автомобиль едет передним колесом, падает сюда, потом приезжает передним левым, падает туда, и потом правым падает туда. И в принципе получается диагональ. Ходом. Чуть-чуть, блядь. Я уже вот так. Давай, Леха, заедешь. Я залез и сзади вылез. Я уже не гарантию ничего. Дастер может, может. Офигеть. Да. Да? Согласны? Дастер может. Красавчик. Ну что, Нива Тревел? Да. Да? Разблокированный, да? Разблокированный. Смотрим. Нива Тревел. Сзади самоблок АВТ. Вот Дастер не заехал, а я. Раз провалился, два провалился. Намного легче. Вот так вот. Неплохо, неплохо, отлично. И легко. А что, самоблок стоит? Ну, самоблок задний, а в это... А у тебя преднатяг какой самоблок ты брал? Восемь. Восемь. Межосевой разблокирован. Нет, вот он сейчас как бы потихоньку, мне кажется, в яму заехал. Он вообще плохо проехал. Нет, я про что и говорю. У нас тут спор, что кто-то на скоростях проходит. Давай. А вот снижение было, то могло. Да. Остатка ему движка не хватает. Но тяжело. Ну как я в конце выехал, да, красиво? Да, самый тяжелый автомобиль, самый мощный автомобиль. Вот, сейчас красавец, да. Вот, красавец. Отлично. На малых, да. Вот так и надо ехать. Мы уже тут перезаписываем. Потому что кто-то ходом, кто-то как. Друг на друга тут. Отдавать все. Вот сейчас интересней. Молодец, красавец. Давай пониже мне просто. О, отлично. Нива Тревел. Первая пониженная. Разблокированная. Смотрим. Нормально, потихонечку, отлично. Отлично. Вот. О, вот попасть, вот это уже нам нравится. Чё? Это со второй, а ты с пятой заехал. Уже съехал. Ты что, заблокировался? Давай. Да. Нет, вот это мне понравилось. Понравилось. Молодец. А да, Серега. Вот здесь остановка.
Ну, во-первых, мы еще тут раскатали, я так думаю. Нет. А? Сейчас полегче стало. Мотор, видишь, он еще крутится. У меня почти плохо. Вторая пониженная, раз блокированный. Смотрим, вторая пониженная. Блокироваться по-любому. Не, мы пока пробуем раз блокированный. У него самоблоки. В обоих мостах. Они вот здесь в мостах. Ну, давай первое. Первое понижено. Я первого начал. Пробуй. Серега, заблокируйся! Наверно. Что, гранат, что ли? Гранат. Глыбже. Ну нет, я вроде назад съездил, ничего не шел. Вперед щелкать сейчас. Вперед я слышу. Ну вот как тебе. Здорово. Все. Справедливо. У нас тут небольшая поломка получилась. Что там? Все. Все, масло побежало. Пизда. Пиздец. Масло побежало. Ой, что-то высыпалось. А что это? Это кусок чего-то. Что вывалилось? Это передний мост. Мосту пизда. Фото, видео. Да. Скажите ваше слово. Рад, счастлив. Да нет, он. А как же? Он давно, в принципе, так вот все работает. Все при свидетелях. Работает не, непонятно. Вот тебе заранее видишь, что произошло? Да, вот сливная дырочка. Сливная крышка. Ну да. Погодка у нас великолепная. Ну сейчас. Ладно, понятно. Надо будет как-то вытаскивать. Молодец, сейчас, да? Что? Сейчас я попробую. Чуть шевельнусь, подожди. Ну да, поехали. Ну что, сегодняшние покатушки. У меня сломался автомобиль. Первый раз что-то такое серьезное. Никогда полуося никакие не ломал, ничего. Но сегодня у нас развалился передний редуктор. Не знаю, с чем связано. Установлен самоблок от АВТ. Но самоблок АВТ стал работать здесь хреново. Чем машину, когда домкратишь, одно колесо, когда крутишь, то два колеса должны крутиться в одну сторону.
Вот здесь это перестало работать буквально полгода. То есть одно колесо крутишь, они стали работать как свободный дифференциал. Вот. Давно хотел подъехать там к Александру, думал, видосик запишем. Ну, хотели разобрать, посмотреть, в чем проблема. Ну, как видите, сегодня пришел окончательный этап. Придется теперь что-то думать. Ладно. Как говорится, покатались, посмотрели, что да как, автомобили возможны, слабые места нашли свои автомобили. Сейчас пойдем попьем чаю, у нас что-то ветер начинается, ну и, наверное, скоро дождичек будет. Подписывайтесь, YouTube канал Нива, а лучше на Яндекс.Дзен, как говорится. Все, приятного вам было просмотра, пишите комментарии, а мы будем пить чай. В конце ролика сделаю запись из видеорегистратора, как меня Opel тащит на веревке. Друзья, всем привет! Прошло пару дней, заниматься автомобилем некогда было, то работа, то. Николай приехал, вот меня на буксир, сейчас едем в сервис. Вкратце, порвался передний мост, корпус лопнул, кусок вылетел. Сейчас еду на нейтральный, на трассу нормально. Сам начинаешь ехать, все там начинает хрустеть. Такое ощущение, что главная пара там, не знаю, как будто шлицы там. Я не знаю, что случилось, надо будет разобрать. Сейчас приедем. Вкратце, сейчас в сервисе делаем классику, то есть передний мост убираем. Вот. Пока покатаюсь недельку, две, может быть, на заднем приводе покатаюсь. Думал еще установить пневмоблокировку. Есть такой YouTube-канал. Банда Нивоводов, ребята, привет, если смотрите, с ними посоветовался, какие лучше блокировки, вот, потому что, ну, самоблоки, это на самом деле дифференциал повышенного трения, это как бы она не блокировка, а самый легкий вариант, вот, для города кататься там за грибами, вот, я думаю, это самый идеальный вариант, для тяжелых, таких внедорожных, ну, мне кажется, слабовато, не знаю. То срабатывает, то не срабатывает, но как бы сложно. А когда поставишь непосредственно блокировку, пневмо или электроблокировку, да, там уже совершенно по-другому. Но ценники там пляшут, дай бог. Пневмоблокировка, полтинник, да, разница есть, да, и самоблоки, например, там 10 тысяч. То есть, ну, вот это вот. Вот. И можно сказать, что на патрол, автомобиль патрол, пневмоблокировка стоит 44 тысячи. Просто у меня есть группа, мы там переписываемся, ребята там показывают, говорят, ни хрена себе, на Ниву пневмоблокировка полтинник, представляете, полтинник. А на патрол, да, разница с машинами, 44 тысячи. Вот такие дела. Ладно, сейчас приедем в сервис, вскроем, посмотрим, что с самоблоком, что вообще случилось. Буду пока кататься на заднем приводе, как мне придет передний мост, переставим, ну и поедем тестить. Все, пишите комментарии, ребята, нужна ваша поддержка, обязательно. Ну а мы в сервис. Итак, вот приехали в сервис, автосервис 56. К Александру сейчас заедем, разберем, посмотрим. Заходит? Проходит. Еще чуть-чуть. Минуточку внимания. Анонс следующего видео. Следующее видео будет без каких-либо покатушек. Будет чисто технически. Где мы разберем передний мост. Расскажем и покажем, почему все так или иначе произошло. Из-за чего, по нашему мнению, сломался передний мост. Разберем самоблок, там не все хорошо. Покажем и расскажем то, что мы заказали и должно прийти. Расскажу вам, как кататься на заднем приводе, так как переднего моста уже много говорю. Все в следующем видео. Подпишись, ставь лайк, пиши комментарий.